Чарли возится с новыми побрякушками. Грим, как у тебя дела? Чудно. Готовлюсь к следующей операции. Брикс мне очень помог. А Чарли? Остолоп. Вечно витает в облаках. На этом все. Ладно, до встречи. Привет, вы позвонили Саре Фишер. Оставьте сообщение после сигнала, и я перезвоню. Спасибо. Это я. Просто хотел сказать тебе, что бы ни говорили в новостях, что бы ни случилось с черным списком, я жив. В этот раз будет очень непросто, но мы справимся. Я справлюсь. Держись, малыш. Эй. Брикс. Я думал, ты еще в лазарете после Миравы. Ерунда. Пара шрамов. На этом все. Ладно. Мне нужно работать, чтобы в следующий раз все прошло гладко. Эй, Сэм. Чарли, есть новые данные? Я уже все сказал. Что-то не так? Да я просто... Все это никак не идет у меня из головы. Все наши ребята, их... Нет. Это пройдет, Чарли. Займи себя работой, а мы найдем виновных. Думаю, пока все. Мне нужно обработать данные от Грим. Я скажу, если найду что-то. Нашел что-нибудь полезное? Ага, парашют. А ты никак собрался тыкать в них палкой, Фишер? Черный список ведет отсчет. Помоги, заткнись или вали. На этом все. Ну, еще увидимся, Фишер. Вероятно.
Похоже, для спецназа США это один из самых кровавых дней в истории. На размещенном в сети видео показан расстрел американских войск боевиками инженеров. Здесь его показать мы не можем. Кадры не для слабонервных. Президент Колдуэлл поклялась отомстить за смерть погибших и продолжить войну с терроризмом. Однако Конгресс не уверен, что ей удастся справиться с охватившим страну кризисом. Сэр, вот что мы перехватили сегодня ночью. Приглашение на день рождения всем разослали? Да, каждому по звезде. Сэр, день рождения на сленге террористов – это теракт или ЧП. Часто упоминает звезду, это похоже про Техас. Слушаем дальше. Думаю, аквариум им понравится. В планах никаких изменений. Планы у нас есть все, что нужно. Тарлтон готов. Перевалочный пункт в Атаскосе под контролем. Судя по сигналам смеченных кредиток, они намерены проникнуть через Браунсвилл и уже собрали агентов возле Далласа. Устроим сюрприз? Сюрприз им понравится. Данные АНБ перепроверены по трем источникам. Похоже, цель в Далласе, но ничего конкретного. Возможные объекты здесь и здесь. Стадион и аквариум. Нам дали посадку в Лавфилде вместо Форт-Уорта. Хоть время сэкономим. Мы будем держать тебя в курсе. Вопросы? Да. Почему Чарли молчит? Уже сказал ей. Скажи мне. Я проверил данные по всем основным аэропортам страны. Не было ли пассажиров в розыске? Что это? Ничего. Вакуум. В Чикаго рухнула база аэропорта. Список пассажиров был недоступен 5 часов кряду. Профилактика проверена. Дай ему сказать. Я вручную прогнал фамилии пассажиров с прибывших рейсов по нашим базам. Всплыло 6 имен. А теперь гляньте. Запись камер аэропорта О'Хара. Те 6 вышли вместе. Признаю, это важно, но не приоритетно. Все данные из различных агентств указывают на Даллас. Я о том и говорю. Никто не ждал их в Гуаме. Тогда инженеры тоже спутали все карты и перебили несколько групп спецназа. Мы успеем вернуться из Чикаго? Слишком далеко, Сэм. У нас только один шанс. Если мы промахнемся в Чикаго, то не успеем в Даллас. Сэм? Летим в Чикаго. Мало ли, что там случайно обнаружил Чарли. Президент дала мне карт-бланш в этой операции. И заберет назад, если нарушишь приказ лететь в Даллас. Атака в лоб не имеет смысла. После того, что Садик устроил в Мираве. Что это? Спецназ Чикаго. У них ЧП с захватом заложников. Готовь вертушку! Там чертов лабиринт, да еще эти заложники. Усыпляющий газ поможет избежать лишних жертв. Целиться будешь по камерам-липучкам. Без них никак. Террористы связались с полицией Чикаго. Чего хотят? Ничего. Только потребовали, чтобы полиция не совалась в этот район. В таком случае зачем им заложники? Может, вляпались выше головы. Возможно, это не инженеры, Сэм. В Далласе и без них хватает уродов. Время на нуле. Отступать уже поздно. Хожу. Гражданских не видно. Кажется, они ловят беглецов. Я тут смотрю на чертежи. Если они их куда и увели, то только в подвал. Загнали себя в угол. Новички в таких делах бывают опаснее профи. С
Информация. Похоже, через этот зал можно пройти по шахтам. Доступ к ним за сценой. Правда, будет высоко. Whenever they get here, I'm ready. You know what? I think they're scared of us, man. They should be scared. We are locked and loaded. Goddamn SWAT. Can't wait to cap me one of them. They're all going down. Покидай банкетный зал, Грим. Заложников видел? Нет, только сопляков с плохой снарягой. Может, это не черный список? Выясним. You put those two meatheads on watch together. They kept picking fights with everyone else. They kill each other, they're both out of my hair. We're spending more time managing our guys than the hostages. No shit. Has anyone freaked on them yet? Not yet, so that's good? Yeah, don't want to lose our bargaining chips. No kidding. Exactly what I tell you to do. You want to die? You pretend to be a hero. You play hero. You know what happens? You die. And you die. And you die. And you die. Because I'm going to kill every single fucking one of you if I have to. Anyone still want to be a hero? Or is that C4 we strapped you getting a little heavy? Yeah, I thought it might be. So you all just stay there and don't talk and don't fucking move or I end you. All of you. Довольно широк. А вдоль потолка должны идти трубы. Там можно укрыться. Террористы связались с полицией Чикаго. Чего хотят? Ничего. Только потребовали, чтобы полиция не совалась в этот район. В таком случае зачем им заложники? Может, вляпались выше головы. Возможно, это не инженеры, Сэм. В Далласе и без них хватает уродов. Время на нуле. Отступать уже поздно. Гражданских не видно. К
Кажется, они ловят беглецов. Я тут смотрю на чертежи. Если они их куда и увели, то только в подвал. Загнали себя в угол. Новички в таких делах бывают опаснее профи. Сэм, похоже, через этот зал можно пройти по шахтам. Доступ к ним за сценой. Правда, будет высоко. Whenever they get here, I'm ready. You know what? I think they're scared of us, man. They should be scared. We are locked and loaded. Goddamn SWAT. Can't wait to cap me one of them. They're all going down. Покидай банкетный зал, Грим. Заложников видел? Нет. Только сопляков с плохой снарягой. Может, это не черный список? Выясним. You put those two meatheads on watch together. They kept picking fights with everyone else. They kill each other, they're both out of my hair. We're spending more time managing our guys than the hostages. No shit. Has anyone freaked on them yet? Not yet, so that's good? Yeah, don't want to lose our bargaining chips. No kidding. Exactly what I tell you to do. You want to die? You pretend to be a hero. You play hero. You know what happens? You die. And you die. And you die. And you die. Because I'm going to kill every single fucking one of you if I have to. Anyone still want to be a hero? Or is that C4 we strapped you getting a little heavy? Yeah, I thought it might be. So you all just stay there and don't talk and don't fucking move or I end you. All of you. Довольно широк. А вдоль потолка должны идти трубы. Там можно укрыться. Умницы, выберешься живьем. All quiet. Ah!
Сэм, впереди старый канализационный туннель. Похоже, он ведет к водоочистной станции. Похоже на то, что им нужно. Нет, дрон не отвечает. Минуту. Высылаю другой. Зачем вам водоочистная станция? Говори. Иди нахер. Я все скажу. Биологическое оружие. У них есть вирус. Они хотят заразить воду? Как мне обезвредить бомбы? Кодом. Флешка на моем ремне. Я все рассказал вам. Я помог вам. Не убивайте меня, прошу. Грим? Мы все слышали. Он дал мне флешку. Подключаю капсат. Передай в чикагский спецназ. Спасибо им за терпение. Сэм, фургоны, которые Чарли засек в аэропорту, прибыли сюда час назад. Мать твою, мы опоздали? Еще не знаем. Торопись. Так, Сэм, кое-что о беспилотнике. Один выстрел выведет его из строя, ну а два... Они взорвут заряд внутри него. Может пригодиться в нужный момент. Просто предупреждаю. Я убедился, что это правда, инженеры. Как? Твоя флешка. Там данные зашифрованы тройным кодом армейского образца. Это в точности тот же код, который Садик использовал в Мираве. Отлично, Чарли. Snipers are probably saying the same thing. Relax. This off's gonna be over soon and we'll be gone. I'm not relaxing till we're out of the country. First step of getting out of the U.S. is getting out of here. The sooner we take that step, the better.
Работа профи. Они убрали всю охрану на станции. Да вообще всю систему сломали. Придется восстанавливать, чтобы хоть дверь открыть, иначе тебе не пройти к источнику загрязнения. Поспеши. Можно идти, Сэм. Сэм, они сливают вирус из двух точек. Я с ними разберусь, если сможем удержать зараженную воду здесь. Попробую перекрыть сливной вентиль. Давай, у нас есть 10 минут, потом вода превратится в яд. Помпу отключил. Чарли, где этот вентиль? Не знаю. Сигнал блокирует. Правда, у меня есть в запасе пара трюков. Хорошие новости, Сэм. Судя по плану, под аппаратной есть служебный тоннель. Он проведет тебя по заводу. Отключил вторую. Грим?
молодец, но уже поздно. Черт, дальше что? Уровень заражения воды критический, а основной поток еще открыт. Стойте, у меня нет доступа к вентилю, но я включил ручное управление. Можешь сам перекрыть его. Уже иду. Система перекрыта. Теракт «Американская жизнь» сорван. Думаю, можем отчитываться. Молодец, Сэм, пора тебя забирать. Брикс? Вертолет уже сел. Вперед! Перевод денег подтвердили. Инженеры перехватили груз из лаборатории 5-го уровня на северо-западном побережье. Биологическое оружие. Чума. Да, от такого город целиком бы вымер. Вакцина найдется? Не нужно, у тебя анализ отрицательный. Только что узнал, в Чикаго дали добро. Всегда рад. Не перехвали себя, Чарли. Нам повезло. Вся операция была одной сплошной догадкой. Ты права. Отныне мы завязываем с обороной. Есть предложение? Садик ждет от нас обороны и готовится к этому. Нет, нужно наступать. Как? Цели у нас нет, и просто отмахнуться от черного списка нельзя. Если будем пытаться успеть за ними, рано или поздно промахнемся. Затравим его. Заставим ошибаться.